Стоматологических клиник в Ульяновской области много, как федеральных сеток, так и местных небольших. Бизнесвумен Наталья Сорокина делает улыбки ульяновцев здоровыми и красивыми. Ее клиника работает уже несколько лет. А теперь в клинике приобрели новое современное оборудование. Помогла государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса. Программа от фонда предпринимательства. Это был получен займ, на который была полностью оборудована операционная. Был приобретен операционный стол, коагулятор, был приобретен наркозные аппараты приобретены. Это очень высокое квалифицированное оборудование современного уровня. Ну, пожалуй, самая интересная услуга – возможность лечения зубов во сне. Пациента вводят в медикаментозный сон. Процедура, как отмечают медики, безопасна и практически не имеет противопоказаний. Для этих целей мы используем современную наркозно-дыхательную аппаратуру. У нас это ВАТО EX-35, это современный наркозник, так называемый. Благодаря него можно проводить все современные, безопасные, самое главное, методы нестатического пособия у детей и у взрослых разных возрастов. Благодаря господдержке закупили оборудование для операционной и томограф. Аппарат позволяет делать 2D и 3D снимки челюстей и снимки пазухи носа. Результат почти мгновенно переходит на экран к врачу, после чего данные записываются на любой съемный носитель или отправляются на электронную почту. Но этот аппарат, конечно, очень нужен, особенно когда проводят имплантации, это прям, в общем, необходимая процедура. Конечно, доктора назначают очень часто, перед лечением всегда назначают снимки. Закупить оборудование удалось при поддержке фонда финансирования промышленности и предпринимательства. Организация выдает целевые займы под низкие проценты, что позволяет предпринимателям открыть свое дело, закупить материалы и оборудование. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.